Хотелось бы отметить, что не допущены вспышки острых кишечных инфекций, связанных с объектами пищевой промышленности и системой водообеспечения, а также с организованными детскими коллективами. Предотвращены заносы особо опасных инфекций на территории Республики Беларусь, в том числе птичьего гриппа и на сегодняшний день высокопатогенного гриппа H1N1. Стабилизирована у нас ситуация по ВИЧ-инфекции. За прошедший на 1 мая 2009 года зарегистрировано около 10 тысяч случаев ВИЧ-инфекции в республике. Хотелось бы отметить, что отмечен рост заболеваемости по ряду неуправляемых инфекций, таких как менингококковая инфекция, сальмонеллезные инфекции и энтеровирусные инфекции. Что касается охвата профилактическими прививками, он у нас находится на и поддерживается на уровне оптимальных критериев, и это позволяет нам снизить заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями, такими как дифтерия. На сегодняшний день зарегистрирован только один случай заболевания дифтерии. Краснухой на сегодняшний день зарегистрировано два случая заболевания. Не регистрируется случай острого полиомиелита. Также, я уже как говорила, не зарегистрированы случаи кори в вакцинопрофилактике в республике. Обладают мясо и птицепродукты, инфицированные контактно-бытовым путем. И этому... В настоящее время эти цифры не являются высокими, они вполне допустимы, так сказать, так можно сказать, для европейских стран, для европейского региона. То есть я могу просто, может быть, не для вашей информации привести цифры и сказать о том, что в европейском регионе считается заболеваемость допустимая 3,5-4. Когда мы говорим о ней, она невысокая, она обычная. Вот, во многих странах азиатских эта цифра измеряется в десятках и даже, к сожалению, в сотнях на 100 тысяч населения. Соответственно, говорить о том, что у нас мы переживаем какой-то период вспышки, в настоящее время нет никаких оснований. Вопрос заключается в другом, что в данной ситуации заболевание тяжелое, заболевание редкое, это к счастью, вот, но это заболевание, я имею в виду прежде всего форму менингококцемии, представляет собой скоротечный сепсис. Скоротечное тяжелое заболевание. И, соответственно, каждый такой случай, он проходит у нас очень подробный разбор всегда и в Министерстве здравоохранения, и в областных структурах от менингококковой инфекции. Но, прежде всего, те вопросы, которые сейчас у нас возникают с клинических позиций, это вопросы, связанные с ранней диагностикой и очень важным одним аспектом, которым могут уважаемые журналисты внести свою лепту. Это информация о первых симптомах, о высокой интоксикации, о появлении сыпи, о том, чтобы люди не тянулись с госпитализацией, о том, чтобы сразу вызывали медицинский персонал, потому что если протекает вот эта фульминантная форма, имеющая статистически очень высокую летальность, то здесь в данной ситуации очень важно не потерять, не упустить время. А там они детально его клинически обследуют, заберут материал и передадут к нам лабораторию. Поэтому, поскольку этот вирус все-таки представляет опасность, то необходимо с ним работать в специальных условиях, специально обученным людям.